На территории спортивно-развлекательного комплекса «Олимпия» происходит арест имущества. Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный мир» задолжал одному из коммерческих банков крупную сумму денег. Согласно договору залога, аресту подлежит 246 единиц имущества, находящегося на территории «Олимпии» без права дальнейшего пользования. Уже сейчас арестованные находятся на реализации: столы для настольного тенниса, электромобили, скалодромы, предметы мебели и многое другое. Работа спортивного комплекса не приостановлена.